Сразу, сразу разгоняй. Конечно. Дело, Леша, хлопец возьми. Леша, зачем ты вылез-то, а? Борис, смелее. Так же, быстрее. Изнутри, через голову. Можно привет передать? Сейчас, передашь. Свисток, вызови, передай. Гони, 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 гоняй. Там захвата на болевой. Не надо, первый, Леш, первый вставай. Не надо, изнутри бедрить, через голову, бодок. Ты с преимуществом оставался. Начинай первый, не надо ждать, что он тебе выхватит руку правую, первый. Вот, 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 вот. Подбирай выше. Хорошо. Хорошо. Зенка. На колени. Смотрите, он потом встал в стойку. Посмотрите, что ж, не трудно. Односторонний, односторонний. Понимаешь, эту руку прячь. Если он лег, если он на это начинает переключаться сюда, только до флега до конца не надо, войти и попробовать, надо сделать, понимаешь? Поток через голову, с другой руки там всякие изы, бедри. Смотри, ты возьмешь, он будет сюда готовить, надо там его встретить, понял? Не пропустить, а встретить. Грузить партнера. Хорошо. Качай, 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 качай здесь, изнутри. Победу для того, что он занял третье место. Есть. Хорошо. И самый категорий 64 килограмма встретил на третье место. Дедов, Ильин, готовится Зайцев, Монахов. Там все четко, два судьи показали. Ну, готовится весовая категория 53 килограмма. Финальная встреча. Учуров. Корзыкин. Время-то будет идти? Нет. Плохо.
с явным преимуществом победил Жуков и занял первое место. Весовая категория 53 кг.